Чемпионат по киокушинка и карате состоялся по инициативе и при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, Краснолучской городской федерации киокушинка и карате и городской администрации. Основные задачи соревнований – это развитие и популяризация этого вида боевого искусства, повышение уровня спортивного мастерства участников, а также развитие партнерских и дружественных отношений между федерациями киокушин карате. Чемпионат объединил более 200 спортсменов в составе 13 команд Луганской и Донецкой народных республик. Это юные каратисты из Луганска, Донецка, Алчевска, Тореза, Снежного, Шахтерска, Ирмина, Стаханова и Красного Луча. На торжественной церемонии открытия чемпионата участников приветствовали организаторы и почетные гости. Разрешите мне от лица народного совета, от себя лично поздравить вас с таким прекрасным праздником, выразить слова благодарности организаторам этого праздника, низкий поклон тренерам, которые работают, как очевидно, с нашим будущим. У этого вида единоборства есть, можно уверенно сказать, будущее. Ну и, конечно же, участникам хочу пожелать удачных выступлений, ну и без травматизма. Хочу поблагодарить тренерский состав, который, не покладая рук, готовил не только к этим соревнованиям, не только к этому чемпионату своих воспитанников, которые на протяжении года занимаются трудной и тяжелой работой. И хочу сказать спасибо родителям, которые находят время и возможность своих детей приучать к спорту, к здоровому образу жизни. Дети – это наше будущее. Сегодняшним спортсменам, я думаю, многие из них будут будущими чемпионами мира, я в этом уверен. Хочу пожелать сегодня честных боев, достойных. И сегодня не только чемпионат для вас, сегодня чемпионат для ваших тренеров, для тренерского состава. То, как вы выступите, будет показателем для вашего клуба. Поэтому всем вам желаю удачи, пусть в сегодняшнем чемпионате победит сильнейший. Наша федерация благодарит Краснолучскую городскую администрацию и правительство нашей республики за помощь в организации проведения этого чемпионата. Хочу отметить, что такие спортивные мероприятия способствуют популяризации физической культуры и спорта, достижению высоких спортивных результатов, пропагандируют здоровый образ жизни, воспитывают морально-волевые качества и развивают интеллектуальные способности наших детей. За преданность и неутомимый труд в изучении практики боевого искусства, за вклад в его развитие и популяризацию от имени Федерации киокушин карате Луганской Народной Республики участникам соревнований вручили дипломы и грамоты. На этом приятные сюрпризы церемонии открытия чемпионата не закончились. Всем присутствующим хореографический номер подарили участницы ансамбля «Радость», а спортсмены Краснолучской секции киокушинка и карате показали высший класс в боевом искусстве в показательных выступлениях. Зрелищные поединки юных каратистов на двух татами протекали в упорной борьбе. Спортсмены демонстрировали хорошую технику, бойцовский дух, упорство и желание победить. Наибольшее количество призовых мест завоевали краснолучане. И по итогам чемпионата наши ребята заняли первое общекомандное место. Второе место у спортивного клуба «Ресинкай» из Донецкой Народной Республики. На третьем месте донецкий спортивный клуб «Кадакан».